Богатые заплачут. С 2016 года граждане России, чей годовой доход составит более полумиллиарда рублей, будут платить государству 28% от своей зарплаты. Этот вопрос на ближайшем заседании рассмотрит Государственная Дума. Об этой, а также о других законодательных инициативах в обзорном материале программы. 1/3 от заработной платы будут платить россияне со следующего года. Поправки в налоговый кодекс коснутся граждан-богачей. Народные избранники предложили новую шкалу налогообложения, которая предполагает разделение работающего населения на 4 группы. В первую попадут большинство россиян, зарплаты которых не превышает 5 миллионов рублей в год. Для них налог останется неизменным – 13%. Вторую группу составят граждане, зарабатывающие от 5 до 50 миллионов рублей в год. Они будут отчислять в бюджет 18%. В третью группу войдут обеспеченные люди с зарплатой от 50 миллионов до полумиллиарда. Для них налог составит 23%. И четвертая группа – граждане, которые получают в год более 500 миллионов, будет отчислять государству 28%. По мнению народных избранников, такая система налогообложения сократит разрыв между богатыми и бедными. Общественники предлагают ввести продовольственные карточки. Представители общества по защите прав потребителей считают, что такие нововведения должны коснуться социально незащищенных категорий граждан. Продовольственными карточками жители смогут расплачиваться за продукты. В общественную организацию уже поступают обращения от граждан, которые не могут приобретать продовольствие по новым ценам. Финансирование этой программы предложено ввести из федерального бюджета. Эмбарго. В Совете Федерации предлагают ввести запрет на продажу энергетических алкогольных напитков по всей стране. По мнению чиновников, это яд. С подобной инициативой они выступают уже не в первый раз. Несколько законопроектов находятся на рассмотрении в Госдуме уже не один год, а решения по ним так и нет. Специалисты говорят, что даже если такие ограничения не будут приняты на федеральном уровне, региональные чиновники вправе ввести эмбарго на реализацию энергетиков на местах.